это они, короче, муравейник привезли. magiccatamarans.com. Так, что сказать? Между всем прочим, короче, так, вот она, вот эта жесть. Она у нас пришла с Северной Атлантики. Мы сейчас находимся на острове Пальма. И смысл в том, что в теории, короче, сегодня начинает к нам подбираться. Мы стоим вот здесь. К нам начинает подбираться вот такая штука. Вот. Так что смотрите завтра, точнее, смотрите 25 числа вечером стрим, прямое включение из эпицентра фактически урагана. Что у нас здесь 34? Ну, 34, конечно, это ветер, при котором мы любим сейлить, но там порывы до 59. Спасибо. Смотрите нас в пятницу 25 числа вечером. Короче, Дэн переделывает туалет. Хорошо, что камера не передает этот великолепный запах. Яхтинг — это когда капитан переделывает щит-тенк, а Джордж при этом делает уроки по математике. Тут же Фил что-то пытается изобрести. А? Что ты узнаешь? Потому что вон бокалы висят, видишь? Как барная стойка. Ну да, там такая это. Там площадка. Опять начинают закрывать детские площадки. Вторую за сегодня уже увидели. Похоже, опять скоро карантин будет в каком-то виде. Полиция на посадку. Пока делали доставку яиц с магазина на лодку, они у нас подавились, и пришлось нам делать такую яичницу. Вот такими вкуснятчими штуковинами. Буксируют яхту. Сейчас. На, включилась. Что, сова? Держи. И с дуплатом говоришь. Ты какая-то ненормальная сова. Сова нездорового человека. Здрасте. Скорость как? 5. Скорость 5. Но ветер тухлый вообще. Эта тяжка у нас в сложенном состоянии, потому что еще она еще на треть, на вот половинку вот этой длины еще может выдвинуться туда. Но сейчас мы этого делать не стали, потому что тогда в этом случае нужно приносить вот этот блок, приносить как бы вот куда-то сюда, вот, чтобы он тянул туда. Вот. И много чего еще надо делать. Пока просто поставили, чтобы дойти до Майорки. На Фундуга нам. Вот. И что я еще хотел сказать? Ничего. Так, а что нужно рассказать? Ну что, мы пришли на Майорку переждать. Тут на Балеары надвигаются какие-то шторма страшные с порывами до 50 градусов. Ой, узлов. Почему градусов? Непонятно. Оговорочка. Вот, и мы готовимся, убираем с палубы. Я в капельничаю.
Ну ты там попозируй. Мы, в общем, убираем с палубы все парусящие вещи, чтобы... Это надо смотать. Да, вот это смотать. Это уже перед самым этим. То есть это надо будет прям натянуть вот так. Раскрыть его и прям плотно-плотно смотать, чтобы его не размотало. Ну и второй тоже джип, наверное, также надо сделать. Джип не размотает точно. Окей, надо еще убрать канистры. Вот Геннакер мы уже зачехлили. В кисет. Сейчас его уберем. Потом. Мы же хреновые блогеры. Если бы вы видели, как вообще Coke Zero или Геннакер, по-вашему, с нижней футовой стороны 10-метровой свернуть на лодке, мы, короче, просрали и не сняли. В следующий раз обязательно снимем, потому что это потрясающее зрелище. У нас лодка просто настолько большая, что позволяет аккуратненько, не в путь, свернуть без выезда на берег огромный геннакер, короче, плотненько, аккуратненько. Вот так как надо со всеми, короче, в одно место. Да, потом что нам еще, панели надо привязать и динг к палубе привязать, да, ты говорил. Надо будет положить на палубу сюда под бум и привязать его, потому что там, чтобы он не парусил. Потом вообще, ну не знаю, ну, хотелось бы, конечно, еще спрейхуд снять, обычно спрейхуд снимает, ну что. Ну, шнуровку можно смотать, снять его. Да? Тогда надо будет сделать. Я думаю, можно будет. Единственное, если будет дождь, будет заливать нас. А мы все положим после, все. А, ну ладно. А еще покажи, вот здесь у меня руки заняты, я причиняю наш чехол. Да, он у нас профиолет, а все нитки раз... Ну, вон выше. Да вот, вот, видно, что у вас. Вот, а вот, все, короче, полная жопа, вот, и наконец-то Ксюшечка наша соизволила что-то все шить. Потому что уже, наверное, около 3 месяцев вот все вот здесь вот так в таком состоянии. Ну ничего, ей можно. А вообще ей надо, ей нужно, ей, короче. Закатывай голос, шей. Эй, сэр. Вот. Что ты там мордочки строишь? Шей давай, потому что иначе все это улетит нахуй. Я бы вообще, знаешь, что сделал? Посмотри, батарея там еще не кончилась. У меня какое-то дурацкие ощущения, а может быть здесь зипер сделать? Ну давай я сейчас не буду зипер шить, тем более ты машинку мне так и не сделал. А так, да, можно было бы зипер сделать. Ну снимай вот чехол, делай машинку мне сначала, я не буду на той шить, как она сейчас, в каком виде шьет, это сплошное нервотрепство. Надо вот здесь застежку от парочку оставим. Сделаю там две застежки. Сверху и снизу сейчас можно оставить. Пометки сделаем маркером. Снизу не надо. Снизу ты зипер, хоп, и жжет, и застегнул. Вот до сюда. Просто надо сейчас найти зипер хороший. И вот, потому что отсюда как бы вот к этой фигне. Ну непонятно, а зипер вот он там идеальный. А потом это он застегивается здесь, короче. И все обычно закрывает. И будет вот аэродинамичность намного лучше, потому что вот эти штуки, ну и 50 узлов их оторвет. В конце концов, вот это все уйдет. Хорош здесь. Иди делай машинку шить. Снять. Что делаешь-то? Ну это пойдет на цепь. У нас сейчас стояла она такая одинарная веревочка. Это на цепь, а это мы поставим на клюзник наш. С двух сторон, усы, ну, типа, да? Ну да. На одной веревочке. Вот, сейчас посмотрим, что там далеко, нормально. Да, должно быть норм. А ты не будешь вешать утяжелитель на цепь? Короче, невероятно, но мы тонем. Слава богу. Наконец-то. Я уже думал, когда. Но... У нас трюм... А, не видно без фонарика. У нас трюмная помпа. Да что ты будешь делать? Начала откачивать очень часто воду. Вон она там стоит у нас. Вон там. И откачивает. Во-первых, пошла какая-то черная вода. Это, видимо, трубы грязные, да? Я хочу промыть все это дело. Надо какой-нибудь кинсон открыть и впустить туда воду, чтобы прям промыть все это дело.
А, выключи фонарик пока. А ты успеешь его вовремя закрыть? Надеюсь. Пап, как раз народ приехал посмотреть. Давай, убивай всех. Kill, kill, kill. Стоп! Мы опять на Майорке. Стоим вот в такой бухте. Красивой. Мы уже снимали из нее. А, но дело в том, что завтра сюда приходит шторм на Майорку. В порывах до 50 узлов. Мы будем стоять здесь. Там вот выход из бухты. Ветер будет оттуда. Надеюсь, постоим хорошо, без всяких приключений. А сегодня мы гуляем и пришли вот в такие пещеры. Запашок тут, конечно, весьма. Там никого нет. Здесь вот какие-то наскальные. Вперемешку с современными надписями. Так вот, за 12 часов до урагана в нашей бухте еще куча лодок, которые ловят последние деньки сезона. Да, я тоже это слышала. Поднимали якорь так или броса. Опускали, да? Вот, лодок пока стоит много. Приходят, уходят. Интересно, что будет завтра. А Кэп тем временем, вместо того, чтобы готовиться к урагану, сворачивать все дела, весь день варил сходню. Гремлины ее тестируют. Снимать, как я прыгаю в воду. Ты если с Филиппом туда залез, так и стой теперь там. Будешь снимать? А я готовлюсь к урагану, видишь? А ты... Я готов к урагану. Набиваешься, я смотрю. В ураган нужно быть сытым. А то вдруг уснешь голодным. Мы намерены стоять в ураган и спать. Ха-ха-ха!